l'histoire de Cerise, c'est un peu d'homme qui rentre. Томка говорила, что торговку-бретонку Нольвен можно найти где-то здесь. Она должна знать, как пробраться на остров. Здесь даже воины Эда не показываются, а мы гнием в нищете. С другой стороны, норманам больше нечего тут взять. Покажи мне. Она не дала мне вина. Прости, друг. Ты сейчас говорил о торговке Нольвен, да? Верно. Эта дрянь обещала мне кувшин вина, если послежу за ее складом. Да, и где находится этот склад? Ну, где-то к востоку отсюда. На стене крест, как на домах больных чумой. Спасибо, дружище. Может, тебе поспать, а потом уже браться что-то сторожить. Верно, говоришь. Сторожимый склад, и получишь целый кувшин. Я следил за той грудой камня целых 3 часа. И где мое вино? Проклятая левша Нольвен, дочь бретонского ворюги. Наконечники, оселки. Все это явно для острова Сите. Торговка должна знать, как туда попасть. Торговка знакома с королевой? Может, Рихарда подскажет, где Нольвен? Помолимся словами Спасителя нашего. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Да не смущается сердце ваше. И да не устрашается. Язычник пришел в святое место с оружием. Нет, это друг. Люди добрые. Церковь не место для битвы. Как можно доверять этим отродьям сатаны? Скажи, скольких ты убил? Друзья, помните, самарянин же увидел раненого, сжалился и перевязал ему рану. Ты не щадишь себя? Кто-то должен позаботиться о павших в битве. Это жертва чумы, не войны. Война приносит чуму, Эйвор. Я еще не готова вернуться к Карлу, если бьетесь за этим. Нет. Я пытаюсь найти одну бретонку по имени Нольвен. Воровку? Я ее знаю. Женщина с дурной славой, но не бесполезная для тех, кто готов заплатить. Говорят, будто никакие стены и стража ей не помеха. Да. Так зачем тебе нужна эта женщина? Ни одна из сторон не хочет заключать мир.
но я продолжу пытаться. Вот только войско ведет убийца Сигфрид, не ты. Он мстит нам, разоряя город за городом. Франки убили его брата. Кто из норманов пойдет следующим ради мести Сигфрида? Его племянница? Может, ты? Я не могу прекратить осаду. Лишь призывать к перемирию. Я делаю, что могу. Ты спас мне жизнь. Так что я доверюсь тебе, мой добрый самарянин. Спасибо, королева. Я в долгу не останусь. Клянусь. Где та бретонка? Увы, не знаю. Она порой заходит к нам. Я знаю. Знаю, где убежище Нольвин. Можно я покажу? Устами младенца. Хорошо, малыш, но не задерживайся. Не спеши, принц. Здесь небезопасно. Теперь всюду опасно. Так матушка Вихарда сказала. Как ты узнал, где скрывается торговка? Я вчера решил за ней проследить. Интересно же. Но она меня заметила. Глупо вышло. Знакомое место. Спасибо, Бернар. А теперь беги к королеве. Пока, Эйвор. У нас же еще будут приключения, да? Я пришел не за твоим серебром. И уж точно не за головой. Хвала всем святым. Спасибо за своевременную помощь. Но мне пора. Слушай, я вожу дружбу с Рихардой, королевой Франкии. А я жена папы Римского. Долгих ему лет. Говорят, стены тебе не помеха. Помоги мне. Я всего лишь заблудший бретонский бард, а не какой-нибудь призрак. Да о твоей тайной торговле знает весь Париж. Даже принц. Мне нужна твоя помощь. Допустим, я кое-что и знаю. А что ты можешь предложить? Тока хочет вернуть свою подвеску. Вот так-то. А вот ее побрякушка. Скажи ей, я буду в Нанте, когда все закончится. Я передам это Токе. Прекрасно. Ну, Норман, что тебе нужно? Я ищу способ миновать стены. Может, есть какой-нибудь подземный ход или тайная дверь? Нет, все не так просто. Франки дальновидны. Но с этим ключом ты сможешь преодолеть мост. Мост? Я и так могу туда попасть снаружи. Вот если бы знать, как его обрушить. Серебряная птичка нашептала мне, что опоры моста обветшали. Ясно. Если удастся обрушить мост, дракары смогут взять город в кольцо. Я тебе об этом не говорила. Прощай. Где же мост? Должен быть где-то рядом.
торговка не солгала. Пара кувшинов масла, и мост рухнет. Расставлю кувшины заранее, чтобы уничтожить мост во время атаки. Хотите, чтобы я в одиночку следил за норманами? Мне что, жить надоело? Погляди им, как они удержат город без моста. Тебе тут не место. Хотя и мне, в общем-то, тоже. Так давай представим, что мы где-то еще. Почему бы и нет? Так и так помирать. Хотите, чтобы я в одиночку следил за норманами? Мне что, жить надоело? Погляди им, как они удержат город без моста. Может, если что-то сдвинуть, я смогу перебраться? Славно. Теперь все готово для нападения на остров. Пора назад к остальным.
Если меня узнают, будет плохо. Только сказала, в этой таверне бывает Карло. Как он может пить и гулять накануне войны? Хваляйте безумие короля! Так выпьем же, друзья! Выпьем! Какой король? Толстый? Какой же еще? Говорят, он спал тут. Да, и спал, и ел, и пил. А теперь вот уехал отсюда. Мне-то почем знать, куда он собрался. Ты не нашла короля? Эйвор! Нет, не нашла. Кажется, такого большого человека и найти просто. Но, увы. Давай-ка выпьем. Что это за люди? Дураки, без стыда и чести. На все готовы, чтобы повеселить короля. Может, они знают, где их главный дурак? Сам Карл. От них меньше толку, чем от пьяниц да гетов. Или пьяных гетов. Эйвор, спасибо тебе. За что? За поддержку. Сигфрид не хочет говорить с франками, но надо же попытаться. Да, и ты можешь это сделать и без него. Но я не смогла. Никто мне не говорит, где искать короля. Как мне быть? Воин должен владеть и мечом, и языком. Смотри и учись. Здравствуй, друг. Я хочу служить твоему королю. Где его найти? Толстяк-медведь спал на ложе, как самый большой вельможа. Шуты же в берлогу шасть. Шуты пели там допили, но Мишку не разбудили, а то бы им там пропасть. Медведь — это король, а берлога — его комната? Эй, ты, странный малый, где твой король? Он нем, как могила. Ну, ладно.
Карл. Я нашел, где ты прятался. Я нашел, что искал. Карл отправился в театр в Амьене. Славно. Так вперед? Нет, при виде родственницы Сигфрида он вскипит. Я отправлюсь один. Ладно. Приезжай сюда, когда закончишь, и расскажи, как все прошло. Властителя достойные дела — вот то, на что взираю я. О, друг мой Арлекин, ты так все разъяснил, что даже не придраться. Владыка... Похоже, я за сценой. Возможно, Карл где-то здесь. О, дочь Вавилона, опустошительница. Блажен тот, кто воздаст тебе... кто возьмет младенцев твоих. Ну, демон, что? Что же он тогда с ними сделает? Разобьет младенцев твоих о камень. Нет, нет, нет. А это ты, язычник. Хоть и приспешник Люцифера, но все же смертный. Карл. Я слышал два голоса. Кто еще здесь с тобой? Только я. И эта слабая тварь из плоти. Прости меня. Коли говоришь с тем, чего нет, тебе скоро ответит то, что все же есть. Мне ли не знать? Существует, как и мой Господь. Бей меня. Сделай мучеником. Да, надо бы. За то, что ты хотел сделать со мной и со своей королевой. Так ты не получишь то, чего хочешь. То есть мира и покоя в Англии, да? Лишь ты можешь спасти людей от гнева Сигфрида. Будь мир так прост, хлеб рос бы на деревьях. Граф Эд – великий человек и честолюбивый. Вся моя знать вечно чего-то требует, как и папа, и греки, славяне, саксы, сарацины. И вы, норманы, требуете земель, заложников, дани. Иногда лучший ход не делать хода. Значит, пусть твои враги перебьют друг друга? Пусть они щедро окропят Божью землю кровью язычников. Пока набожный Карл молится о мире,
И ты ничего не хочешь? Что ж, теперь ты знаешь, что мне безразлична моя бесплодная женушка. Но твой сын, Бернар... Он мой наследник. Доставь мне его в целости. Я обдумаю твое предложение. Или убирайся. Мне привести его в грязный театр, где ты споришь сам с собой в темноте? Нет. Отдай его мне на поле брани, на глазах у моих войск и вассалов. Зачем? К чему ждать? Мои вассалы должны увидеть, как я получаю что-то от вас, норманов. Но до той поры поди прочь. Владыки Карму же судьба в тени за сценой укрываться. Ты умеешь пить. Сколько эля уже в тебе? Недостаточно, чтобы полюбить ужасных франкских скальдов. Скажи, Карл согласился на мир? Отказался говорить, пока не получит своего сына Бернара. Так ведь его мальчишка не у нас. Я знаю, где он и королева. Среди больных чумой в южных кварталах. Возьмем их в заложник. Я соберу Тенов. Нет чести в пленении принца. Но приглядывать за ним все равно стоит. У нас есть ловкий и умный человек. Пьер. Мудрый выбор. Итак, мы чуть ближе к тому, чтобы захватить и сжечь город. Да. Я этого не хочу. Но что еще нам остается? До встречи в лагере, Тока. Встретиться с Сигфридом на колокольне. Присмотрим место для его катапульт.
Та мастерская. Славное место для катапульт. Наши деревянные великаны легко снесут стены. Те франки, что они делают? А, хотят убить кого-то из своих. За что? Как знать. Если молишься не тому богу, спишь не с той женщиной, служишь не тому королю, то франки тебя казнят. И у саксов все примерно так же. Да, но саксов мало. Они раздроблены и бьются и с нами, и с кельтами. А вот франки под властью сильного короля будут опаснее даже кровожадного Фенрира. Мы божьи слуги! Тебе на добро! Если же делаешь зло, бойся! Ибо мы не напрасно носим меч! Кто они? Этого воина-священника я видел с графом Эдом. Газлен и Эбель. Воины и братья. Один глава Парижской церкви, другой войско франков. Мы, божьи слуги, отмстители в наказание делающему злое. И потому... Брат, слишком много слов! Вперед! Захватим ту мастерскую. Ну и представление. А скоро нам с ними драться. Верно. Но этот день еще не настал. Мои люди готовы. Вперед. Займем место для катапульт. Я бы не подверг своих воинов столь постыдной смерти. Как и я. Но скверные правители есть повсюду. Да, ты прав, Сигфрид. Не одни франки бывают одержимы злобой. Почти пришли. По крыше мы доберемся туда без помех. С нами Сигфрид-сокрушитель. Вперед! Захватим мастерскую и укрепимся здесь. Мы там все осмотрели. Стражи не смотрелись. А как там обзор? Чудесное место, чтобы осыпать камнями этот проклятый город. Я не думал, что ты любишь лазать по крышам. Я, может, не так ловок, как ты, но на скалах и стенах чувствую себя уверенно. А? Вперед! Месть или смерть? Новые катапульты готовы к бою. Треск дерева и грохот камня знаменуют победу. И Thank you.
мастерскую! Отсюда отлично видно городские стены. Просто великолепно, Сигфред. Нам улыбнулись. Воистину. Теперь катапульты смогут разнести отсюда их стены. Ты знаешь историю Вигора, сына Одина? Это бог возмездия, что сразится вместе с отцом в последней битве. Да, и отомстит за него. Вигор сперва свернет Фенриру шею, а после вспорит этой твари брюхо. Так говорят норны. В такие дни, как ныне, я кажусь себе Ридером-мстителем. Другие. Я как пустой бот. Мы обрушим эти стены на голову Эду, и я расплачусь за брата. Хорошо. Встретимся в лагере, когда все будет готово.